Всем здорово, друзья, с вами Гроспер, и мы играем в зимние гонки в GTA Online. Заранее ставь лойс, потому что сегодня будет что-то клевое. Все, просто кнопку вперед жму. Лол, серьезно? Вау, как красиво придумали, охренеть, Димон, там, короче, разгон не бери, просто выжми. Охренеть. Так, давай, в натуре, лол, я прошел. Хрена себе, вот это автоматик жесткий. Чего вообще здесь? Я просто кнопку не отпускаю, я давлю на газ, у меня машина сама едет куда-то. Жесть, вот это вообще просто красиво. Капуска-то, охренеть. Андрюха, ты как-то проехал с первого раза? Чувака занесло только что, охренеть, я на третье место вырвал. Ебать. Что здесь нахрен происходит вообще, я не понимаю. С моими интернетами я тебе ничего обещать не могу. С твоим интернетом все возможно. А Сириус какая-то машина. Ох, ни хрена, мы уже. Ты что, бесконтактным сделал? Да, там автоматически, там нельзя поставить другой режим, Андрюха. По-другому никак в этой гонке. Увы. А что, все Сириус? Все Сириус взяли, что ли? Нихуя себе. Что за машина такая, блядь? Че, ни разу не ездил на ней, что ли? Вы охренели, что ли? Идите нахрен. Ага, все, Сириус, ты вообще ты 20 вроде взял. Ё-моё. Ну вы это не гоняли случайно? Нет, вроде. Ну сейчас спирали начнутся, Андрюха уже занесся куда-то. Вот правильно заноситесь там нахрен. А я вперед поеду. Да хуел, что ли? Ты не дергай давай меня тут. Эколка не доросла еще. Пошел. Сыц, моя гонка. Правильно, дрифтуй там нахрен. Я поеду вперед, ублюдки. Заноситесь нахрен там. Хера зима, да, тут шпарит? Скользко. Это что, Андрюха там за... Андрюха передо мной ушатался. Что, куда, какие-то рампы начались там? Подойдем, нет еще. Тут елки, кстати, стоят новогодние. И елки, кстати, тоже. Яй-яй-яй, блин, не тормози. Хоть телепортироваться. Да у меня игра немножко подфризила сейчас. Не, мы, по-моему, в этом... Читеришь ты, блядь! Ты охренел! Ты успокойся, там вообще ублюдок малолетний. Не, по ходу дела мы в это играли, кажется мне. Или подожди. Не-не, стой, не, мы в это точно не играли. Это какой-то автоволрайды какие-то начались. А, это автоматическая гонка, лол. Я уже зафейлил что-то. Ты прошел? Серьезно? Mm-hmm. Я вообще что-то... Я вообще... Блин, а тут вообще, по ходу дела, просто кнопку вперед жать надо и все. Изи. Так я так и делал. А я еще подруливал, блин. Все, просто кнопку вперед жму. А, в натуре, лол. Просто кнопку вперед, не надо отпускать и все. Покончил с собой. Серьезно. Ты там далеко уехал, притормози. Бля, чижика сбил. Как ты его мог сбить? Здесь бесконтактный режим. На крыше? По снегу на крыше, что? Я, наверное, неправильно перевернулся, что ли? О! What the fuck is going on? Какого хрена это сейчас было? Что, в трубу залетать? Угу. Серьезно? Серьезли? Там до хера разгоны не бери. Охренеть. Как это? Давай, залети, залети. Не, я перелетаю нахрен. Давай возьмем. Как ты гонишь? Там в трубу, Андрюха, прикинь, под 90 градусов залетать вообще аж нахрен надо. Под углом. Ты охренеешь дальше. Я прицелиться не могу никак. Я думаю, что могу что ли туда залететь. У меня вообще не получается. Мне то разгона не хватает, то это. Меня, я перелетаю. Я наоборот что-то перелетаю. Мне чуть-чуть притормозить надо. Так, 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 так. Вот я опять. Я, да сейчас... я не все бустеры беру еще. Так, давай на трубу залети, возьми чекпоинт. Я был возле чекпоинта, но не взял его. Что за вакханалия? Вот мне буквально пары метров не хватило, чтобы в трубу залететь. Давай, залети, давай, 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 давай. Может, тут тоже как-то кнопку не надо отпускать? Просто, типа, выжмешь и все. Она сама летит. Ну-ка, попробую я. Подожди. Блядь, я тебя почти, почти сделал. Лол, серьезно? Вау, как красиво придумали, охренеть, Димон, там, короче, разгон не бери, просто выжми. Она у тебя сама перевернется. Тут автоматика, блядь. Да, там гонка автоматики, о чем я говорю, что. Фига прикольно, да? Только я не понимаю, куда дальше ехать, что-то я заплутал тут немножко. Хрена себе, прикольно. Я, по-моему, на крыше ехать, опять на крыше, по снегу.
Я качусь куда-то. Я играл в это уже с каким-то игроком. Я вообще перевернулся куда-то. Ни хрена непонятно что-то. Тут гонка автоматик. Ты проходишь это вообще все? Нет. Как это? Я вниз к этому. Как на крыше проходить, лол? Я не понимаю, куда я еду, качусь куда-то. Как тут чекпоинт взять? Ты тоже здесь, да, застрял? Но. Может как-то аккуратно? А, да, тут аккуратно надо как-то. Тут видишь бустера? Опять на крыше что-то. Блин, не зря тут Осирис надо брать. Давай, перевернись. Перевернись, давай. Блин, он нас скользит вообще куда-то. Андрюха, ты кстати... Ты кстати где? Он последний. Нет, он за нами. Не-не, он за нами. Он последний у меня показывает. А, да? Я попробую так поехать. Так. Не, её что-то все равно заносит. Вообще... Ты прошел Димон эту херню? Да. Как? Изи. Как ты ее прошел? Я не могу. Я понять не могу, как ты про... Как ехать вообще? Я задом поеду. Чё за бред вообще? У меня машина просто вниз катится. Объясни мне, как тут вообще заезжать? Я пока не петрю вообще. Ну нет. Ну тут по крыше надо как-то или чё? Охренеть. Так, давай на... В натуре, лол, я прошел. Хрена себе, вот это автоматик жесткий. Я почему-то не могу долететь, нихуя. Я в такое еще не играл. Ты какую машину взял, кстати? Какой-то обсерыш опять взял какой-то. Рекомендован уже, блин, Сирис, ё-моё. Эта гонка точно под Сирис. Тут прям миллиметры под мимо подготовлены. Финишировал, хера ты, блин, мажор. Ты как вообще смог так одолеть эту гонку? Я говорю, я когда-то ее уже проходил. А, ну понятно, почему ты ее прошел. Просто она мне не знакомая первый раз вообще. Охренеть, прикольно, офигеть. Теперь чё? Можно с облегчением. Че вообще здесь? Я просто кнопку не отпускаю, я давлю на газ, у меня машина сама едет куда-то. Жесть, вот это вообще просто красиво. Огонь какой-то нахрен. Вообще ничего не понятно. Че, все, автоматик закончился, я финиширую на втором месте. И это финиш, братаны. За Димоном. Ты тачку не успел выбрать? Ты 20. Похуй, я на Сирисе поеду. Ну давай. Good luck, фан тебе. Good luck, фан. Надеюсь, повезет. О, тут хотя бы этот GTA режим. Ну не GTA режим, а так. Опа, что такое? Не бесконтакт режим. Куда ехать? Что? Я взял чекпоинт и взорвался нахрен. Езжай давай. А куда? Куда хрен? Блять, кого там иди цепанул? Нахрен! Это я кого-то там цепанул. Я, кстати, наверх залетел. А все. А куда ехать? Я нашел куда ехать. Я тоже нашел куда ехать. Я Андрюха нашел. Пошел отсюда, ублюдок. Ну не надо. Я тебя сталкиваю. Да я Андрюху сталкиваю. Ай, блин, я врезался. Что вы там делаете? Я зафейлился в лошара. Ладно, я тебя догоню еще, ублюдок. Димон, спихивай его там нахрен. Да, он, по-моему, и так уже из нас зафейлил. Я сам тут фейлю, вообще в здания какие-то врезаюсь. Он зафейлил, он на первом месте едет. Ну, шлепок, я тебя догоню нахрен. Ну, кстати, даже не прокачанная, только Сирис вполне нормально. Да ё-моё, странные столбы, ну как так-то? Вполне нормально на ней гонять. Спирали. Вот давай ты тут зафейли. Как ты тут проехал, а? Иди ты нахер. Даже я не проехал. Опа, он застревает тут что-то. Иди сюда, ублюдок. Блин, капец, тачка дрифтит. Вот давай тут зафейлю, пожалуйста. Или я тебя спихну. Что? Что это такое, нахер? Что случилось с игрой? У меня тоже что-то нихера, я не понял. Что-то с текстурами тут не то, кажись. Куда я... Ну да, это... Наверх куда-то, смотри, какие-то стрелочки. Что-то я не понял вообще. На крышу здания, наверное.
Я вообще не допёр, давай. Ну-ка, давай, Димон, разбираться. Так. Стоп. Тормози. Куда ехать? Вниз куда-то. Я нихера не понимаю, куда ехать. Какие-то строения непонятные. Лол. Где-то наверху, короче, чекпоинт. Кто-то взял чекпоинт? Нет. Я пока понять не могу вообще, что за бред. Просто прямо иду, хорошо. Врезался и что дальше? Димон, ты нашел, куда ехать? Я тоже пока не петлю. Он где-то и вверху, и внизу. Он в текстурах, что ли, или что? Я что-то нихера не понимаю. Кажется, здесь нам текстуры вот этого нового здания мешают, пацаны. Это, походу, старая гонка. Как думаешь, Димон? Вот это новое казино... Новое казино, может, мешает нам пройти эту гонку? Потому что у меня больше... Как будто внизу где-то чекпоинт. Да, пацаны, мы это не пройдем, короче. Это старая гонка, польскульная. Чекпоинт где-то наверху, типа, показывает. А тут текстура нам мешает, короче, проехать. Да. Вот и приехали, блин. Так, я, кажись, понял. Тут, походу, секретка, пацаны. Я, кажись, допёр. Может быть, а может нет. Сейчас посмотрим. Вот поэтому валрайду надо попробовать проехать. Вы проехали как кто-нибудь? Тут, походу, дело банка. Сейчас попробую проехать. Уже пробовали. Пробовали и чё, нихера? Блин, я не долетел. Прям полностью всю спираль пошли. Да. Странно. Если только на крыше как-то остановиться. На крыше? Но опять с этой крыши как ты попадешь на ту? Да я говорю, что она не на крыше, а в текстуре самой. Тоже боком хочешь попробовать? Да я вылетел нахуй вообще. Гонка не предназначена для новых обновлений. Альскул. Блин, жалко, конечно. Так, хотелось пройти эту гоночку. Ох, чё. Похуй, бывает нет, больно. Нет. Ну возьми ты этот чекпоинт, падла. Здесь по-любому, наверное, финиш был. Угу. Еще 10 чекпоинтов и финиш. Да. Ну хрен его знает. Гонка на дрифт. Ой, на дрифт машинах, походу, дело, да? Говна кусок. Тут, походу, по аэропорту мы сейчас дрифтовать тупо будем. Я уже чувствую дрифт. Давай посмотрим. Какого хрена Марк? Как он быстро едет? Лол. У него тачка вкачанная, у меня тоже вкачанная. Ой, я его дернул. У меня тоже прокачанная вроде. Я дернул пока. А у меня нету такой тачки. Ну надо было прокачивать. Ни хрена, это ни хера не дрифт. Это опять какой-то... Автоволрайды всякие. А, блин! Куда ехать? У меня с камеры что-то происходит. Я врезался куда-то, что? Я падаю. Твою мышь. Вы тоже врезались? Нет. Как? Я второй еду. А я врезался куда-то. Сука, стоперы ебутся. Я тоже вас кто-то врезался. Я вообще последний. Где-то падаю. Ну все, лучше перезагружайся на. Я четвертый уже, охренеть. Чё за херня? По правой стороне не едьте, это моя сторона. Иди своей правой стороной. Да блин, почему у меня машина врезается и все, я падаю вниз. Обратно. Как ты проехал? Нет. У меня такая же херня. У меня не берет, она низкая слишком. Параша, а не машина. Да как вы проехать не можете? Да вот так она... Легко. Да какой легко? Я тебе о том говорю, что не легко, а о том, что она цепляет носом. Не носом, а чем? Перед у меня. Что за жопа у меня? У меня ничего вообще не цепануло. Я-то откуда такая знаю? Тачка. Машина ебанутая, потому что... Сука, из башкой палится нахуй. Вообще последний.
Такая же тачка ничем не отличается от ваших. Еще как отличается, у меня она пиздец заниженная какая. Для дрифта. Сука. А как ты, Андрюха, четвертый, ты прошел? Да, ах, я прочел как-то так. А я нихера. О, куда я заехал, что? Что за пути? Там и едь, там и надо. По левой или по правой? Я вообще запутался. Да хоть по какой. Ага, конечно, по какой. Вы там срезаете нахрен пока. Ух, нихрена, оно дрифтует. Ну вот потом дальше увидишь элемент, вообще прикольный. Если я догоню вас, да, я вообще последний. Я последний вообще. Я походу эту гонку вообще всираю. Потому что тачка говно. У меня вообще не прокачано, меня как стоячего обходят, блядь. Как стоячего его обходят, ты на мою позицию посмотри, блядь. Чего это за фигня в трубах? Наркомания какая-то. Вообще непонятно. Где вы нахрен едете вообще, охренеть? Вы тачка вообще говно полная, говнище просто. Я не могу на ней ехать вообще. Редкостное говно. Куда вы нахрен едете вообще? Я не понимаю сам, где я, ты. В каком мире ты живешь? Просто жесть какая-то, не гонка. Какие-то спирали пошли, что за спирали? Вы вообще как это прошли? Ни хрена не широкие. Изи. Ну со да. Второго раза. Да, я с первого раза, только я куда-то не туда залетел, походу. В трубу да, надо? Нормально, было? Нормально. А, стоп. Псих, здорово. В форму вылетаешь сначала, потом уже в трубу заезжать надо. Да я понял, тут перевернулся немного. Чувак аж забомбил. Ну еб твою ж тебя налево. Охренеть, она дрифтит. Вы попробуйте в дрифте проходить это все. Да ну нахрен твой дрист. Ты еще пробел жми, охренеешь вообще. Меня сейчас чувак обходит уже. Обходит, я последний там все еще. За Андрюхой гонюсь, пытаюсь. Вот чувствую, меня здесь занесет. Как узко-то, охренеть. Андрюха, ты как-то проехал с первого раза? Я тоже проехал с первого раза, кстати. Куда лететь, что? What the fuck is going on? Вообще ничего не понятно. Я куда-то полетел. Куда я лечу вообще? Что это? Я четвертый. Вот это Андрюха, походу, зафейлил на тоненькой, да? Я тут вылетел. Труба какая-то. В трубу я залечу, нет? В трубу надо, Дима? Вообще непонятно. А, на центр. Все, я допер. А дальше куда? Лол. Все равно ничего не понимаю. Просто жму вперед и все. Какой-то дым тут фиолетовый. Первая гонка такая нахрен. Вообще не в понятках. Я даже первого догнал, прикинь. Хера ты, я даже третьего догнал, что? Что? Ты на первом месте, ни хера ты. Чувака занесло только что, охренеть, я на третье место вырвался. Ебать. Что здесь нахрен происходит вообще, я не понимаю. Ты это я видел? Я теперь понял, почему он пройти не может этот момент, элемент. А тут что проходить? Лол. А, тут машина скользит. В натуре она не едет по льду. Она вообще не едет. Я почти доехал, кстати. Жесть, мы тут вообще не проедем, походу. Андрюха, ты не видел, что дальше, обосрешься вообще. А как тут еще проходить-то? Прикинь, тут еще если все режим бы работал без команды. Ай, сука, да как? Да куда лететь-то, алё? На крышу куда-то там. Я вообще запутался. Как это проходить? Да ебать, алё, она, алё. Сука, нихуя не цепляется. Да вот я о том и говорю, что эта гонка не снежная нихера. Она не предназначена для снега. А как мы будем это проходить? Ну все понятно, опять, короче, минус гонка. Дальше мы походу хер пройдем. Она не предназначена. Не залайфхачишь ведь нигде. Так я тебе о чем говорю, может как-то поверху? Ага, поверху, блядь. Андрюха, ты там допер, куда вообще ехать? Я долететь не могу, у меня машина не позволяет. А, машина у тебя не позволяет. Ты увидишь, что дальше тут машина не позволяет цеплять нахрен колесами.
А тут текстурка прозрачная. Да как? Еду, я в него, стоп, я еду, подруливаю. Ну возьми чекпоинт, ну возьми ты, тварь. Сука, почти не доехал. Как так-то, а? Давай, возьми, ну я уже почти до трубы доехал, возьми ты чекпоинт, ну как так? Я, кажется, понял, как это проходить. Тут тупо надо кнопку вправо до упора сжать, до талого прям. Внизу ехать, короче, и кнопку вправо до талого сжать. Ой, что-то я пережал, походу. А, так тут поверху можно заехать, лол. Если получится. Тут лайфхаки есть. Тут, короче, это... Прозрачная текстурка есть. Все, я просто сейчас вправо буду давить. Вот, все, вправо. Нет, оно все равно вниз скатывается. Как так? Как я проехал-то? Тихо, Димон, я еду. Нихрена. Да нихера она не берет. Ну, кстати, тут... Я прошел, пацаны, я прошел, прикиньте. Слышь, ты что, ошалел, что ли? Я не знаю как, но я прошел. Я доехал спокойно по валрайду. Я тихонечко как-то вправо подруливал, не давило. Чуть-чуть вправо подруливал кнопку и все. Тут финиш, кстати, уже, прикиньте. Охренеть. Неужели так все просто? Огонь какой-то, все горит нахрен. Ты финишировал? Я перед финишем вот. Подождать или финишировать? Финишируй. Время-то не пойдет. Я же говорил. А я стою. Жесть. Это режим. Сейчас будем разносить. Ни хрена там сзади что творится. О, пенисы, смотрите, пацаны. Фиолетовые. Я не бустанулся, лол. Пошел отсюда, ублюдок. Андрюха вообще на месте стоял. Да ты пидор, что ли? Вау, что это такое? Как это использовать? На Ешку нажимаешь. А, я понял. Я понял. Ублюдок, он взорвал меня. Ах ты крыса, ну хана тебе. Иди сюда, ублюдок. Пошел нахер, сосекок. Так, куда ехать? Вообще непонятно ничего. Кстати, хашка неплохо так будет. Ё-моё. Ещё в дорогу стреляю. Кто на каком месте? Я на третьем. Сука. Опа, взорвали кого-то. О, пиздыш ебаный. Нифига прикольная гонка. Старого образца. Интересно, я взорву кого-нибудь, нет? Кроме Андрюхи. Опа, кто это у нас? Скорее, пиздил. Убери свою тачку нахрен с дороги. Он оставил. Аскарика, сука, ну пизди. Да я мне бы догнать кого-то нахрен. Я вообще куда-то криво полетел, ну класс. Ёбаный в рот, блять, на расправляли тут дохлых машин. Это Димон там по-любому. А, я вылечу сейчас. Сука, возьми чекпоинт, тварь. Иди сюда, Аскари, сука. Почему места так меняются вообще? Нифига, тут трубы прикольно разноцветные такие, да, разокрашены. Фиолетовые. Пошел отсюда, ублюдок. Я взорвал его, лол. Иди нахер отсюда. Блин, у меня нету нихера. Я четвертый, что? А как Андрюха меня перегнал? Чё-то я вообще нихера не понимаю. В этой гонке. Какая-то дичь. О, Аскари, пидор. А как ты, Андрюха, на первом месте, что? Хера себе. Куда я лечу вообще? Я второе место. Ничего не понимаю. Куда ехать? Я запутался что-то. Ча мне Аскари отомстит. Где вы едете вообще? По каким местам? Я хуй знаю, да я вообще в трубе какой-то. Я тоже вот именно... Я бустер какой-то подобрал, нихера себе. Польскульный бустер. Труба вообще прекрасная просто. Только я не да, понимаю. Да, блядь, меня занесло в ней, сука. Только сказал, труба прекрасная, и Андрюха занесло.
Сука, это как раз этот, как сказать, для меня все рассчитано. Ты нахуя эту трубу подговорил против Андрюхи? Можно и так сказать. Вообще жесть, труба длинная, нифига тут какие-то преграды поставили. Чё это такое? Лол. Вообще ничего не... Финиш! Финиш! Псих! Уйди! Уйди! Уйди, блядок! Нет! Сука! Я затолкал Андрюху в финиш! Блин, нахрена я... Я хотел развернуть этого ублюдка, я его просто финиш затолкал. Сука, я даже в финиш не въехал. Ублюдок просто. Бомба кишка. Пипец, вообще бойня была просто. Я мог на первом месте финишировать сейчас. Жесть. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравился этот эпик. Ставьте лойсы и подписывайтесь на канал. А с вами был Гроспер, и всем до встречи.